На конкурс «Дети читают стихи» лабиринт.ру. Жбанова Лиза, 8 лет, город Иваново. Юлия Друнина, «Елка». На втором белорусском еще продолжалось затишье. Шел к закату короткий, последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных дотла деревень. Новогоднюю ночь в третий раз я на фронте встречала. Показалось, конца не предвидится этой войне. Захотелось домой, поняла, что смертельно устала. Виновата затишье, совсем не до грусти в огне. Показалась могилой землянка в четыре наката. Умирала печурка, под ватник забрался мороз. Тут вдруг влетели со смехом из ротной разведки ребята. Почему ты одна и чего ты повесила нос? Вышла с ними на волю, на злой ветерок из землянки. Посмотрела на небо, ракета сгорела, звезда. Прогревая моторы, ревели немецкие танки. Иногда минометы палили незнамо куда. А когда с полутьмой я освоилась мало-помалу, то застыла, не веря, пожарами освещена, горделиво и скромно красавица-елка стояла. И откуда взялась среди чистого поля она? Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. Между банок с тушенкой трофейный висел шоколад. Рукавицы трогая, лапы замерзшие ели, я сквозь слезы смотрела на сразу притихших ребят. Дорогие мои д'Артаньяны из ротной разведки, я люблю вас, я буду любить вас до смерти, всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки. Вдруг обвал артналета и чья-то команда: «Ложись! Контратака! Пробил санитарную сумку осколок! Я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу!» Сколько было потом новогодних сверкающих елок, их забыла, а эту забыть не могу.